Сейчас ночь. Это постель, на которой происходит изжигание организма и защита не работает. Вот это металлическая сетка, одеяло. Включаю. Шкалы не хватает. Идет сигнал опасности. Все это заземление имеет. Сейчас ночь. Спать убийственно. Применяется даже металлическая посуда для защиты. Сетки. Это преграда. Сквозь нее боевой генератор бьет как сквозь стекло свет. На защите шкалы не хватает. Смертельное боевое облучение. Этот сигнал зуммера о смертельной опасности. В любом месте преграду прошивает насквозь. Так что можно считать это нулевая защита.
еще заземлено. Листы железа. Поролон. Два слоя. Специальная изоляция. Опять сетка. Металлическая фольга. Вот что делают преступники спецслужб. Они убивают. Пособники терроризма пишут, что все благополучно, никаких не найдено оснований для заявления в прокуратуру, МВД, ФСБ и Владимиру Путину. Но Сумер показывает направление. Направление идет из соседнего дома. Сейчас ночь. Преступник сидит там вместе с генератором. Это набережная 26, Московская область, Химкинский район, СНТ Нива, набережная 26. Выключаю. Утром уже был мертв. На протяжении более месяца идет ужасное истязание. В качестве защиты сердечной области я применяю металлическую сковородку чугунную. Под почки кладу еще сетку, хотя снизу заземленная медная сетка. Закрываю живот и сверху накрываюсь одеялом сеткой. Как видите, прибор показывает все время беспредел.
Если бы не было этой защиты, одной ночи хватит, чтобы убили насмерть. Только благодаря этой защите идет калечение, и все-таки кое-как выживать удается. Вот так вот уже больше месяца я ложусь спать. Руку бери снизу. Закрывай. Снизу заземленная сетка, там защита. Чтоб можно было дышать, тут тоже заземленная сетка сверху. Вот так я делаю попытки уснуть. Если удается уснуть, то утром я встаю почти на четвереньках, покалеченный. И только кое-как к обеду чуть-чуть восстанавливаю себя и могу некоторым образом перемещаться.